Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Адисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы дальше пойдем прокачивать нашу команду. Еще осталось прокачать Вайлорда, Шелгона, Баттерфри и Ларвесту. А, мы уже прокачали. Мы уже прокачали по Черису, то есть 56 уровень, еще 4 уровня осталось. И также Випинбелла, который уже 53 уровень, и ему 7 осталось. В общем, 11 Раркенди на Почерису и на Випинбелла. Я не знаю, почему меня сейчас что-то глючит. Сейчас, ребята, секундочку, подождите. Фиг его знает, почему меня глючит. Сейчас как-то постараюсь разобраться. Как-то очень мало FPS, но фиг его знает почему, если честно. Уже вроде нормально. Ну, ладно, ребята, так. Ух, это все нужно выложить. А то куча всякого шматья у нас там. А, выложим вот это. Да, в принципе, все тут нужно выложить. Так, больше сюда ничего, да? Сюда. Нет, это не сюда. Это сюда, 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 сюда. Сюда-сюда, сюда-сюда. Отлично. Еще вот это быстренько, и ребята потопали. Нам, наверное, знаете, нужно ночи дожидаться, потому что ночью мы пойдем на бишарпов, так как нам нужно прокачать. Нам нужно прокачать Вайлорда, который, в принципе, нормально прокачивается на бишарпах. Но на бишарпы нам нужно ночь, чтобы они там спавнились. Потому что вроде. А, пока нету бишарпов. Пойдемте-ка мы, ребята, Ченси поищем. А ее как раз нам и не хватает. Так, где-то вот тут, например. 1400. Там босс, ну да ладно. 1485 минус 1200. Да. Фу, опять как-то... О, опять высоту такую взял, чуть не убился. Так, Диглет. Но кто же еще, ребята? Кто же еще там может заспавниться, кроме Диглета? Ченси вроде тут спавнится, да? То есть она спавнится в саванне. Но... Ее еще тут нужно нормально так поискать, так как... Она не очень такая, что... Что прям кучами спавнится, поэтому ее нужно будет, мне кажется, долго вылавливать. Так, Nidoran Queen. Большой ты уровень, конечно. Ух, отлично. А, так. Летать мы еще, ребята, не можем. Наш Шелгон еще не эволюционировал в Соломенца, поэтому будем пока что пешком ходить. На закате, ребята, давайте сначала, знаете, пока вот тут. На закате мы пойдем сюда. Какой тут 1570? Минус 1570. 75 минус 880. Я правильно ввел? Да, правильно. Это кто там у нас? Белспрут. Ну тогда долго топать, мне так кажется. Фиг его знает. Так, ладно, ребята, потопали мы сначала. Твой... Как раз за пару секунд до того я, ребята, подумал. Нужно покушать и нужно подождать... Пока мы отхилимся. Потому что если мы сейчас тпхнемся, то умрем. Но нет. Я сразу тпхнулся. Я надеюсь, мы все собрали. Ничего больше тут не выкинулось. Точнее, о, тут может быть, да, тут может быть что-то. Так, тут больше вроде ничего. Вроде все. Так, это сюда, 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 сюда. Ну, вроде все подняли. Ждем, ребята, пока наступит хотя бы вечер, да? Когда как раз будет уже темно. Ну, уже практически. Мы пойдем сначала поищем. Может, там вдруг Райкваза заспавится? Если не засп... Ну, вдруг. Как это вдруг заспавится? Она может спавиться, заспавиться. Это же все-таки легендарный, да? Она не как обычный покемон. Вообще, пойдем посмотрим. Может, там... Может, заспавится, да? Поэтому, ребята, нужно будет ее там еще выжидать. А без нее мы никак не соберем всех покемонов, которые нам нужны. Поэтому, ребята, нужно ее будет там выжидать. И, в принципе, не скажу, что мало времени нам там будет нужно, чтобы ее заспавнить, да, чтобы она заспавнилась.
Фиг его знает, все-таки легендарный, и пока что я еще и до сих пор не видел. Точнее, ну, как бы она еще не спавнилась, понятно. Но, как я смотрел, она спавнится в Sunflowers Plains и спавнится на закате и ночью. Поэтому туда тоже так не часто, но редко тоже нужно ходить. Что-то я чинится не вижу, я вообще правильно написал? Может, сейчас еще, если неправильно написал? Чанс, твою ж. Вдруг она уже заспавнилась, а я ее просто профукал. Чанси, Чанси. Ну, надеюсь, что не профукал. Потому что если да, фиговенько. Вот как раз, ребята, сейчас уже темнеть будет. Ну, уже закат идет, но еще немного, ребята, тут посидим. Может, да заспавнится еще и Чанси. Вот капут. Неправильно написал, но говорю, я надеюсь, что она не заспавнилась тогда. Потому что если заспавнилась, то мы бы ее вообще никак не увидели, так как я неправильно ник написал. Ну, не ник, а имя ее неправильно написал. Нидоран. Нидоран фемейл, у нас тебя нету. Ты чё, прикалываешься? Я же тут помню ловил. У меня даже какой-то шайни есть, но я не помню кто. Нидоран мейл у нас. Там, ща, тут просто столько этих нидоринов. Ща, я только хочу посмотреть. Есть Нидоран фемейл, есть Нидоран мейл, есть Нидорина, Нидорино. Охренеть, их что, 4 штуки? Нидоран фемейл, Нидоран мейл, Нидорина, Нидорино. Сдуреть можно. Ну ладно, это потом нужно будет проверить, ребята, кто у нас есть, кого у нас нету. Вот так, да, вот сюда, да, вот сюда. Сейчас, ребята, тут немного побродим. Хотя бы минуты так две. Sunflower Plains. Постоим, попрыгаем. Подождем Райквазу, пока мы вот это все выкинем, что тут у нас есть. Главное не отходить от Sunflowers Plains. Выкинем вот это. И все вроде. Так. Но, я говорю, ребята, я не знаю, сколько нам нужно будет выжидать Райквазу вот тут. О, тут у нас еще больше вот этих Sunflower Plains. То есть еще большая равнина. Тут тоже можно выжидать. Как раз, я не знаю, был я тут или нет. Я уверен, что... Нет, не был. Что-то меня глючит начинает. Наверное, потому что тут лес рядом, да? Потому что в лесу меня что-то глючит, я не знаю почему. Так. Ладно, ребята, сейчас мы уже уходим. А нужно нам на бишарпов пойти. И где они находятся? Находятся они... Точнее, где мы их всегда ищем. Где-то тут, допустим. Минус 815, минус 315. Минус 815, там, я не знаю, какая там высота. 80, минус 300 давайте. Ну. О, нифига себе, как заспавнились. Прям-прям на высоте 80. Так, бишарпы. Правильно написал. Говорю, ребята, нам офигеть, как нужно будет долго потом еще Райквазу искать. Потому что без нее, можно сказать, мы никак не сделаем так, что у нас все покемоны есть, да? То есть без одного покемона мы никак не сделаем себе полную команду. Не полную команду, а собрать всех покемонов. Где ты, где ты, где ты? Во, отлично. Да твою ж... Да нет, никакая Ларвеста. Почерису. Отлично. Так, быстренько тпхаемся тогда сюда. Вылечимся. Что-то я вообще ни одного бишарпа не вижу. Странно как-то. Их тут ночью прям кучи. А вот сейчас ни одного нету. Как-то прям... Не знаю. Туда может. Сейчас давайте еще туда пробежимся. Фиг его знает. Что-то они вообще никак не спавнятся. Ночью их тут вроде такое большое количество, что это с ума сойти можно. А вот сейчас вообще ни одного. Я просто смотрю, правильно ли я написал. Покеспаун, биша.
Фиг его знает. Чё-то вообще нету. Какая у меня вообще... ну давайте, ребята, тогда еще быстренько сюда тпхнемся, пробежимся. Вдруг, да вдруг, кто-то да заспавнится ночью. А если... Да, как раз один мастербол есть. Вот что хреново. А знаете, если сейчас, например, заспавнится Райкваза, мы его вообще никак не словим. Потому что у нас нету летающего покемона. Или знаете, прям на эмоциях спавнится Райкваза, в небе улетает. Я быстро такой выкидываю Шелгана, беру стак Раркинди и начинаю ему пихать там 20 уровней подряд, пока он не эволюционирует Соломенса. Сразу эволюционирует, мы садимся и прям в полет сразу. Это бы вообще было, если бы так. Сейчас как раз Райкваза заспавнилась. Знаете, в такой момент, момент подлости, да, то есть, когда у нас нету легендарных покемонов, каких нафиг легендарных покемонов, летающих покемонов, то она как раз сейчас заспавнится. Но, что вряд ли. Пишется Ригейри, ребята, ночью в Sunflower Plains. Но... Не думаю, что она вообще когда-то тут заспавнится. Да нет, и так нужно будет потом ее выжидать. Но не знаю, сколько времени, да? Так, ладно. Вот сюда давайте. Почему тут бишарпов нету? Я вообще в недоумении просто. Давайте сюда, например. Минус 240... 200... Так. Минус 240, 85, допустим. И минус там 450 было или сколько? Что-то они или перестали спавниться, или хрен их вообще знает. Бишар, ну вот, написано, что ты не спавнишься. Бред какой-то, если честно. Их же ночью такое большое количество, не может быть такого, что они одну ночь спавнятся, а другую ночь не спавнятся. Это как минимум тупо, мне кажется. То есть одну ночь их там 100 штук было, да, потом в следующую ночь их вообще никого не было. Потом опять 100 штук было, а теперь опять никого нету. Фигня какая-то. Ладно, ребята, знаете что? Потопали мы домой. Посмотрим, если у нас все вот эти недорины, фемейлы, вот эти все. Если нету, нужно потом будет словить. И плюс к тому, ребята, нам еще Ченси словить. И потом найти еще, ребята, вот тот биом с ледяными пиками, шипами, или как это называется. Ну, короче, зимний биом с такими большими ледяными фигнями. Это нам еще действительно тоже нужно будет найти. Я, наверное, потом опять координаты напишу. Если вы мне поможете найти, то будет вообще офигенно. Потому что я уже тоже искал много. Я и тпхался везде, вот вы можете видеть такие точечки, да, где потихоньку открывал территорию вот так по кругу. Но никак не нашел пока что. Так, ща, ребята, это кто у нас? Нидоран фемейл. Больше тут у нас в этом в этой ячейке нету, да? Это кто? Это Нидорина. Это кто? Это Нидоран мейл. То есть у нас есть Нидорина, у нас есть Нидоран Мэйл, у нас есть Нидоран Фэмэйл. У нас тогда нету Нидорино. Я просто смотрю, есть, нету. А, Нидорино есть. Тогда у нас просто не было Нидоран Фэмэйл. Сейчас мы ее как раз ловили. А откуда я ее взял? Во, сюда. Отлично. Так, давайте, я не знаю, спать, не спать. Можете еще, пока есть возможность, Райквазу посмотреть. Мне, если честно, ребята, уже самому надоело, но все же, когда-то да нам не нужно ее будет 100% словить. А больше, чем вот тут, в каком-то другом месте, мы ее нигде не найдем. То есть она вот тут спается, в этом биоме, Sunflower Plains. Поэтому нужно, ребята, тут сидеть выжидать. Но, я говорю, я не знаю сколько. То, что ночью там, я не знаю, что тут бишарпов заклинило, они вообще никак не спавнятся. Хрен его знает почему. Я говорю, они одну ночь спавнятся, другую ночь не спавнятся. Ну, короче, просто это... Нет.
Просто знаете то, что если сейчас идти на остров, то кого мы там качать будем? Ларвеста на острове никак. По Чирису прокачанная, Випин был прокачанный. Вайлору там качаться можно, но очень долго, и в принципе его тоже убивать будут много раз. Шелгон слабый, Баттерфиша слабый. Ну, в смысле, на острове им не очень там будет. Поэтому, ребята, знаете что? Может, нам пойти в глиняный биом? Там как раз такие покемоны отличные для Вайлорда. Ух, опять на такой высоте ты пэхнулся. Во. Так, это у нас там кто? Гравлит. Гравлит. Разнообразие. Не, ну, в принципе, да, разнообразие. Не только же Диглиты, да, и Аароны. И кто там еще есть? Рожденролл испанцы. Так, ну вот, Ларвеста, попробуй хотя бы сейчас убить. Ну иди ты сюда, во. Ух, ни хрена себе. Ладно, Вайлордам проще. Чё за хрень? Если бы ты еще не убегал, было бы вообще замечательно. Не убей, тварюга. Сказал же не убей, но ты убил. Вот. Зато сейчас мы опять вот это выпало. Так, это тогда сюда, это сюда. Вылечили, где у нас тут? Вот. И что, ребята, было бы проще, если бы у нас был Соломенс, но... Так, это кто там? Ну, вот. Кто же еще может быть, да, кроме него? Знакомый наш давний босс, которого мы самое часто видим. Вот почему именно он? Ну, я понимаю, их куча, то есть Диглиты есть везде, не только в каком-то биоме, то есть в шахтах, шахты есть везде. Но он уже забодал, если честно, вот этот. Не то, что забодал, а уже надоел, может. Хотя, ну как надоел? Да, можно, когда мы, например, там в шахте, да, то есть он перед нами, да, заспавнится. Вот, офигенно. То есть не нужно наружу выбираться. Но каждый раз так Диглит. Лучше бы действительно Мэджикарп спавнились и Гул'дины. То есть, ладно, мы там можем подбежать к какому-то ручью, озеру и найти их там, словить и убить. Но в шахту копаться каждый раз, если я на начале там сезона и вот это тогда копался, то, если честно, сейчас мне это уже просто надоело. Эти диглиты, знаете, а еще когда копаешь, и там ты случайно в лаву упадешь, или ты там копаешь, и, например, случайно не туда выкопал, да, и он вообще где-то или мы его пропустили, и мы его еще не докопали, и потом опять выбираешься наружу и заново копаешь. Поэтому как-то, ребята, я не хочу туда лазить, в эту шахту каждый раз за диглитами. Чуть Ченси не видно, да не видно. Не, ну понятно, что она не засванится так, бам, и 36 Ченси засванилась, или сколько там. Это понятно. Но все же я не думаю, что она такая редкая. Ну ладно, давайте еще сюда заберемся на гору. Если ее тут не будем, валим. Я не знаю, ребята, наверное, в длинный биом, как я говорил, там на райдонах прокачиваться. О. На райдонах как раз Вайлорду будет, и там, в принципе, такие большие уровни, 40-е уровни, как раз мы там его прокачаем где-то к 50-му уровню, и будет замечательно. Но, говорю, если бы Бишарпы спавнились, было бы вообще намного круче. Я просто не понимаю, почему они не спавнятся. Так, сейчас мы еще, ребята, туда пойдем, вдруг они днем, то есть переклинило, да, да, что-то там у чуваков, и они начали с днем спавниться. Нет, что-то Ченси. Короче, ребята, нам нужно Ченси, нам нужно Крайогонал, Марайкваза. 5 Иви, твою ж фуражку. Нам еще 5. Вот как вот всегда, знаете, забываю про 5 Иви. А потом, когда вспоминаю, охренеть, нам еще 5 Иви ловить, вот капут. То есть Иви, Ченси, Крайогонал, Райкваза. Нам. И все? Нам, ребята, осталось. Райкваз, Крайогонал, Ченси. 8 покемонов. Но вроде, если так считать, то да, действительно, больше нам никого ловить не нужно. Мы вроде всех уже половили.
Поэтому, ребят, не знаю. Ладно, давайте тогда еще быстренько сюда тпхнемся. Нет, если бы в B-Sharp спаунились, то тут уже бы куча навалилась просто. Потому что, ну, ребята, кто смотрел там предыдущие серии, кто там видел, когда я нашел новую точку для прокачки, да, вот в этих горах, то тогда ночью они прям спаунились. Ты не убивал, ты не успевал убить одного бишмарпа, да, бишарпа, и за спиной, или там спереди, сзади, сбоку уже спаунилось еще двое. Убиваешь двоих, спаунится еще пять. Убиваешь пятерых, спаунится еще 10. А сейчас немного, не знаю, так, 10 тысяч, 75, 6 тысяч. Да твою ж, 96 тысяч. Да твою ж, 6 тысяч. Только не умирай. Лучше бы ты... Эх, все, что я могу сказать, это... Опять заглючило. То есть я сейчас уже понял, почему... Потому что тогда, когда мы сразу телепортируемся после того, как мы телепортнулись, еще тут ничего не прогрузилось, вот у нас заглючивает. Твою ж мать, а! Ладно, ребята, сейчас я выйду, перезайду, капут, как вот эта фигня с этими перезаходами вообще никуда не тпхается, ни сюда, ни сюда, нет, ни сюда точно не тпхнется в покехилл. Ладно, сейчас, ребята, перезайду. Охрененный телепорт. И самое главное, я сейчас не знаю, где я умер, ребята. Где я умер? Это я, вот это я, ребята, вот так я зашел в игру. Все, я вот зашел в игру и умер. И что самое охрененное, я не могу нажать на респаун и верну. Ты че, с ума сошел, твою мать? Ребята, если я еще не найду, где мы умерли, это вообще охренеть было. А почему мы вообще умерли? Я перезашел, и мы мертвые лежим. Из-за вот той хрени с телепортами. Да твою же мать. Самое прикольное, я не могу нажать на респаун. Все, ребята, хардкорный режим. Мы раз умерли, и все, больше ни хрена не можем делать. Ну вот это бред вообще. Что за хрень? Вот эти баги, лаги, глюки. Походу мне опять перезаходить нужно. Полностью сейчас выключать, потому что я вообще... Escape не работает, ничего не работает. Чё это за херня? Ладно, ща. Ребята, это полный... Это полный, вы поняли. Чё мне делать? Я не могу зайти в игру. Чё это за херня? Вот баганутый. Ты пехнулся? Ты пехнулся, залагал, потому что мир не грузился, все стало вот то белое, ничего не грузилось. Я перезашел, и я умер. Не знаю почему, но я умер, да, телепортами, которые не грузились, я, в принципе, не тпхался. Сейчас я захожу в игру, я не могу нажать на респаун. Я не могу даже в главное меню выйти, мне нужно закрывать и саму игру там... полностью, чтобы выйти и потом еще раз зайти. Ладно, ребят, я еще раз попробую перезайти, потому что это уже бред какой-то, если честно. Во, ребята, зашел я наконец. Знаете, какой прикол? Когда ты заходишь в игру, тебе дается одну секунду на то, чтобы... Или там пару секунд на то, чтобы нажать респаун. Если ты не нажимаешь, то ты умираешь. Это не умираешь, а просто вот так херня появляется, что ты не можешь там нажать респаун. И вот это вообще бредятина полная. О! Офигенно, что тут хотя бы наши вещи остались. Ты прям баг, знаешь? Прям вообще. Нет, ребята, это новый баг. Вы когда-то видели такое, что ты умер в каких-то лагах, что ты не мог тпхаться после того, ты заходишь, ты не можешь нажать респаун, потому что тебе просто не дается возможность. На кнопку не дается возможность нажать, а нет то, чтобы зареспауниться. Вот бред какой-то. Первый раз, ребята, такое вижу. Я уже думал, все, твою мать, забагалась, на хардкорный режим перетворилась, знаете, то есть мы не можем зареспаниться, все, раз умерли, офигеть. Да.
Конечно, баги нас не перестают удивлять. Уже думая, что дальше некуда, но, как видите, всегда есть куда. Бред. Ну, прям бред нереальный. Так. Минус 2000, там, 80. И сколько там было, я опять забыл. Да иди ты в Ладно, лучше возле дома мы умрем. О, нифига себе. Это все спланировано, ребят. Я знал, что у нас полсердечка останется. Это все спланировано, это так было задумано. То есть, не смотрите, не думайте, что это случайность, и я чуть не умер. Это было так все задумано. Чтобы у нас полсердечка осталось. Так. Хавчика нету. В смысле, у нас кончилась картошечка. Нифига себе гремит. Ну, потом еще соберем, пока что она еще не выросла, мне так кажется. Это что за... Топтальщики вы хреновы. Как вообще сюда кто-то пробирается? Но самое интересное, ребята, когда я сюда прихожу, тут вообще никого нету. То есть, никого нету. То есть, они как-то придут, потопчут и уйдут сразу. То есть, чтобы не спалиться, знаете, по огородам ходят, топчут. А почему одна лишняя? Бред какой-то. Зашли, потоптали, и на одну картошку у нас больше стало. Капут. Офигенный баг. Это же, ну, нужно было в такой баг попасть, что... Что за респавниться нельзя было? Я вообще, ребята, в недоумении был, что это за херня вообще. Ладно, ребята, давайте на этом закончим. Как раз дождь начался. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.